студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте! За последние 8 лет на планете теплело быстрее, чем за предыдущие 173 года. 2022 в 9-й раз подряд продемонстрировал горячий характер, став на градус лишним теплее нормы 19-го столетия. И в британском метеобюро предупреждают, что нынешний год и вовсе может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. И словно подтверждая эту гипотезу, февраль в Черноземье начинается отнюдь не со свойственных этому месяцу морозов. Ночью минус 3, минус 2, а днем в Старомосковье, Губкине и вовсе 0, минус 1. При этом пасмурный небольшой снег, ветер южный 2-3 метра в секунду, атмосферное давление 743 миллиметра. Магнитное поле спокойное, луна растущая. Считается, это время как нельзя лучше подходит, чтобы начать новое дело, пересадить цветы, обновить гардероб, подстричься или завести знакомство. А вот брать взаймы в такие периоды не советую.